сюда, в темном глытуба, с вами Спойничек. Я приветствую вас, мои дорогие подписчики. Почему-то у меня такое ощущение, что жить мне осталось недолго. И сейчас мое путешествие закончится, потому что когда я сюда входил, что-то недоброе здесь было, это уж точно. Ну что ж, посмотрим, куда меня это приведет. Еще, наверное, ниже я спущусь. Нет, вроде никак это не показывает, что я ниже куда-то спускаюсь. Ну, тут столько крови, тут кого-то по-любому сожрали. О, сундук. Дай мне, пожалуйста, баночку. Пожалуйста. Факел, спасибо, пластырь. Видимо, их действительно только крафтить надо. Только еще бы знать, как это делать. Так, а как мне фонарь там? Это блок. Вот вам фонарь. Куда ты меня ведешь? Куда я иду? Что это за место такое? Неужели это действительно переход на другую локацию? Ух ты, это уже пятая локация, я оттуда ушел. Ну и ладно, там мне было холодно, я там практически умирал, так что можно и здесь пока погулять. Здесь, наверное, хоть водичка-то будет. Уже не так опасно. Или все равно можно туда будет вернуться, чтобы посмотреть, где еда лежит или что-то такое. Я даже не ожидал, что я здесь прям сразу переход найду. На пятый уровень. Ух ты. Пластырь. А откуда это? Я бы, наверное, если включил фонарь, то заметил бы, да? Да. А так как он у меня вырублен был, я его даже и не увидел, что здесь ловушки есть. Это склеп? Ничего себе, а как спуститься? Постой, я... Зря, что ли, сюда пошел? Ну, вроде бы я нашел, как их обходить. А если я в эту сторону пойду? Что это такое? А ты откуда его вообще достал? Откуда он здесь появился? Его же даже здесь не было. Ух, ну ты кто такой? Я даже не ожидал его здесь увидеть. Монстр какой-то вылез. А если... О, да, точно, я же могу... Спокойно вот так прыгать и уклоняться от всего этого. Веревка, нет места. Подожди, как это у меня нет места для веревки? Для веревки всегда есть место. С помощью этого можно бинты делать, кстати. Надо бы сразу себе и сделать. Тем более у меня слишком много. Не думаю, она мне больше не нужна. Опа, еще одна змея. Сразу разделаю ее на еду. Опасное и таинственное тут место. Опа, еще одна ловушка. Какой ты был быстрый. Ну а хотя бы теперь начинаю понимать, что ожидать от этого места. Самое главное, чтобы вода была. С едой вот у меня уже проблемы начинаются. Палку эту никак нельзя взять. Что ты такое? Я еще даже не привык к ним. Я даже не знаю, что они делают. Охренеть! Как я должен был понять, что это ловушка? Все? Допрыгался, доигрался? Вон корабль остался мой старый. Блин, а у меня так далеко игрок прошел, и я помер? Как так-то, а? Вот это обидно, я... Действительно не ожидал, что я сейчас помру. Вообще никак этого не ожидал. Особенно от того, что я подошел к какой-то статуе.
Надо быть аккуратнее и по незнакомым локациям ходить все время с фонарем. А у меня же здесь, получается, ничего не будет больше. Здесь у меня срез так и не открыт, потому что я его не нашел. А может быть, даже это из ледяной пещеры. Я просто еще не стал же там до конца все исследовать. И поэтому подох. Точнее, не нашел этого прохода. Я даже флягу не сохранил. Так-то. Я просто там помер. Да, не подвела меня моя чуйка. Я тоже думал. Прям. Герой. Могу пройти все с первого раза. Не умерев, ага. Конечно. Еще и без фонаря там бегал. Надеюсь, побольше сохранить этих светлячков или что это за светящиеся камни. Тут названия-то всему этому нету. Где ты у меня там был-то? Здрасте, приехали. А где мне его теперь брать? Мне надо будет спускаться за ним на пятый этаж? Так я же просто не смогу пройти за ним. Без него. Там некоторые двери закрыты, вещи некоторые подсвечивать надо. Я же тут сейчас даже пройти не смогу. Я могу, кстати, сразу спуститься на второй этаж. У меня же там двери открыты. А лифт теперь есть. А тут открыто. Да не, я не верю, чтобы мне надо было без него, без этого камня проходить. Они надо мной прикалываются, он где-то здесь должен лежать. Как я без своего фонаря? Там потом такая темень начинается. Неужели для этого и нужен факел? Когда ты, у тебя нету этого кристалла с собой. Здесь даже сейчас еды никакой нету. Я просто стартанул ни с чем. У меня есть только два уголька. Два сраных угля. Ну и что я себе приготовлю? Хуй с солью? Доедать буду. Да, ниже находится. Мне теперь... Так вот зачем факела в этой игре нужны, нужно их крафтить. Потому что если ты подох в первый раз, то все, халява кончилась. Хоть еды мне вот завязали, и на этом спасибо. Сейчас я вас порежу, хоть немножко с мяса вас добыть можно. Шкуры собрать. Ну лучше мясо мне дайте, мне это сейчас жизненно необходимо. О, за мяско спасибо. Стрел у меня теперь нет, у меня же... Я все потерял, у меня был так богат. Единственное, чего мне не хватало, это фляги. У меня... Вон только один факел есть. Офигеть, офигеть. Картошечка, вот за это спасибо тоже. И у меня не помешает. Веревка, да ни одного пластыря нету. Я туда спускаться буду целую вечность. Ну ладно, не время плакать и жаловаться. Надо просто взять и достать это. Забрать то, что принадлежит мне. Враги для меня теперь не так страшны. Камешки я хотя бы собирать могу. О, картофан. С ловушками надо быть повнимательнее. Я тоже знаю, как они выглядят. На локациях я еще запомнил, задерживаться долго нельзя, а то будет все темным-темно. О,
Ну и все, если придерживаться этого, и еще, может быть, я найду, как крафтить себе бутылочки, а может быть, даже я смогу его с трупа забрать, если спущусь на 5-й этаж. У меня вообще все в шоколаде будет, там же столько стрел, столько еды на нем. Можно сказать, он для меня оставил там все эти припасы, которые мне помогут. Опа, пещера. Это, кстати, неизменно, я смотрю. В прошлый раз я же здесь тоже ее нашел. Здесь, правда, грибочки были. А вот и пластырь хоть один. Крафтить я их пока еще не могу. У меня маха нету. Ну, сейчас найдем. Это не такой уж редкий ресурс, как и вода на первоначальных уровнях. Враги здесь уже не страшные, я к ним слишком сильно привык. Можно убивать их направо и налево. Может быть, кстати, смогу все эти кристаллы собрать 200 штук. Я же их сейчас тратить не буду, чтобы открыть ту дверь. Она на 3-м этаже же находилась. Если я правильно все помню. Я вас смотрю, здесь многовато. Но ничего. О, кстати, тут уже даже все открыто. Насколько же этому герою повезет? Надеюсь. Удачи у него больше, чем у того. Я даже себе и не представлял, насколько ценным может быть этот фонарь. Если только вот сейчас, когда потерял его, тогда да, начинаешь понимать. Это очень мощный артефакт и нужный. Так, здесь 25 этих больше не лежит? Нет, не лежит. О, за это спасибо. Надо сделать себе покушать обязательно. Ничего сытного я, конечно, приготовить не смогу. Но хотя бы что-то. Я могу, кстати, вернуться сейчас в свое убежище, взять стрел. Хотя не надо, у меня их 8 штук. Вполне достаточно. Ну-ка, а если я... К примеру... Да, изготовить. Могу вернуться туда? Своему костру? Действительно! Я, правда, здесь ничего не обыскал, но... Это охренительно. Вот это для меня неожиданно. Значит, и не нужно больше так далеко бежать. Кстати, у меня сколько их? 16. Я не смогу сейчас костер себе сделать. То есть, если я снова здесь помру... Да, ниже все это находится. То это уже окончательно. Я даже переместиться сюда не смогу. Не, ну вот это удобно сделали. Это очень-очень удобно сделали. Нет, огненные стрелы мне не нужны. Я не хотел их делать. Мне не нужна эта огненная стрела. Я хотел себе факел сделать. Я даже не знаю, для чего эта вязанка нужна. Для стрел? Нет, не надо. Сразу несколько что делает? Да, сразу много стрел мне это дает. Но столько стрел-то мне и не нужно.
Зачем мне столько? Еще ниже. А фонарь где-то на этом этаже. Я теперь, кстати, понял. Ты чё на меня шипишь? Еда. Лучше бы пряталась, так бы я тебя хотя бы не заметил. Так, аккуратно ходим. Самое главное больше... Опа, опа, бежит. Эти голуби меня пугают. Я не знаю, чего от них ожидать, да? Не нравится мне этот проход перекрытый. Это еще ниже? Да, и там мой, кстати, труп. Бежим сюда тогда сразу же. Где ты, братишка? Ты же здесь где-то умер. Я найду тебя, чего бы мне это ни стоило. А вот и... А вот и ты. Череп? Я, наверное, с помощью него могу себе бомбу взрывную делать. Фу, наконец-таки, кстати, вот стрелы еще. Взять все. Ты подожди. Это что, у меня так все сильно переполнено? Кстати, вот еще одна фляга, которую я так долго искал. У меня много очень, кстати. Если я пытаюсь с ним взаимодействовать, у меня ничего не получится. А что, он у меня полностью обнуленный? У меня для него ничего нету? Мне заново его надо весь собирать? Бегать по всем этим этажам и собирать его? А, я подожди, я его еще не взял просто. Нет, фух, не надо все это заново делать. Я могу еще что-нибудь выкинуть ненужное, к примеру. Чтобы мне было не нужно. Там еще 8 стрел. Я хочу их забрать. Или выкинуть. Вязанка, это я себе оставлю. Вот это можно бросить. Череп оставлю. Еще один пластырь сделать. Хотя зачем у меня их? И так уже 8 штук. Слишком много. Тем более они попадаются часто. Еды вот правда нету. Ладно, не будем из-за этого стоять на месте. Попить у меня есть. Все. Прибежали. О, кстати, еще летучие мыши прилетели. Я даже их и не заметил, пока с этими уродцами разбирался. А ну, улетели. Еды мне подвезли. Обожаю, когда они прилетают. Похавать можно. Доставка на дом. Не на дом, а прям в пещеру. Да мне шкура это не нужна была. От него прям только один скелет остался. Веревочка. Дайте мне лучше мясо, мне эта веревка даже не нужна. Больше мяса мне нужно. Ну, с двумя флягами все. Я теперь готов. Я знаю, к чему подходить можно, к чему нельзя. Меня теперь просто так не взять. Я-то думал, мне теперь целую серию придется отсюда добираться. А нет, смотрите, как хорошо все вышло. Аккуратнее ходим по этим местам. Они очень опасные. Да не подходи ко мне. Бомбы эти использовать я пока не буду. Я же не могу никак ни с чем скрафтить. Ну-ка. Нет, я думал, с этим янтарем можно будет... как-то его сделать. У меня 8 факелов. Мне их просто надо уже отнести будет. Вот еще один. Но они пока не такие сложные, как я себе представлял их, когда
увидел. Я подумал, что это еще одна ловушка, к которой нельзя подходить. Так, да, здесь только один проход. И долго там этот труп так лежать будет? Пока новый не появится, только из этого уже героя. Кстати, у меня здесь этих камешков нету. Они не падают с духов. Опа. Потому что здесь даже этих духов нету. Здесь единственное, кто есть, это какие-то монстры бегающие. Это вы хотите, чтобы я так спустился? Ниже. Не-не-не, ты подожди, давай без твоих приколов. Я хочу еще побольше кристаллов набрать. Мне еще на третьем этаже надо посмотреть, что та дверь делает. Хранилище за 200 кристаллов. Как раз у меня сейчас две банки, можно будет пофармить и набрать. Тем более у меня еще даже костра нету, который бы меня сюда вернул в случае чего. Опа. Такое ощущение, как будто это тоже лифт. Который я пока... Нет, это... Который я не знаю, как открыть. Совершенно. Он у меня, кстати, кушать хочет. Все. Проблем больше нету. Поели. Надо еще эти факела выложить. Они же мне не нужны. Слишком много их у меня. 4 штуки себе оставить, я думаю, хватит. Сюда ходил? Ой, блин, нет, не ходил. Фонтан окровавленный какой-то. Вот это мне сейчас повезло. Он мне мог только что спинку почесать. Я его там даже и не заметил. Кстати, а сейчас этих всех ловушек нету? Как будто меня специально впустили так доброжелательно. Проходи, типа. Это в первый раз мы тебя решили протестировать, на что ты способен. А сейчас все спокойно. Оба, еще стрела. Еще вязанка. Может, можно что-то выкинуть, чтобы взять вязанку себе? Потому что это очень хороший ресурс. Я сделаю еще один пластырь. У меня место возьму. Не возьму себе вязанку, чтобы все это освободить. Все это на дороге не валяется. А почему сундуки все обновились? Постойте-ка. Все, что ли? Он сломался? Из-за того, что я его не активировал, он просто взял и сломался? Нет, уж до свидания. Я тогда туда подниматься не буду. Я этого не хочу. Тогда пошли дальше. Пути назад у меня уже больше нет. Мне надо срочно костер найти, чтобы его активировать. Я-то думал, у меня хоть какой-то шанс есть. А так, оказывается, все. Я туда уже не приду. Если только я здесь где-нибудь помру. Или если я буду бегать по тем локациям просто и... Потом пытаться все это вернуть. Подожди, я какую-то хрень сказал. Я не так хотел выразить свои мысли. А то, если я умру, то можно будет за кадром побегать. Пособирать все, что я еще там не дособрал. Подожди, что-то я опять не ту хрень какую-то опять сказал. О чем это? В общем, если я умру, можно будет потом за кадром мне побегать, собрать все кристаллы, открыть ту дверь, и потом как раз-таки можно будет уже на запись показать вам, что за ней находится.
больше это место, все ниже и ниже. Откуда вообще эти монстры повылазили? Они даже обглодали мое тело. Либо я так давно здесь уже никого не было. Либо они, эти монстры, полностью меня сожрали. Нет, уголек мне не нужен. Шестой этаж. Без фонаря я теперь здесь ходить не буду. Я, конечно, не смог себе набрать побольше кристаллов, как я это хотел сделать на пятом уровне. И мне, скорее всего, даже придется брать из своего хранилища, но я думаю, это того стоит. А ну отошел. Брыся. Ой, тут какой-то новый. Ух ты. Мясо с вас добыть нельзя, только веревку. Какой-то ты псих ненормальный. Это, скорее всего, берсерк был. О, мясо прилетело. А я сюда спустился, здесь же даже, получается, этого не было, костра. Что это значит? Что это значит? И мне не нравятся эти звуки. Давай, иди сюда. Ты смотри, какой он быстрый. Хоть один кристаллик есть. Отошел. Вот это я понимаю. Только не вниз. Вы и так для меня сейчас стали очень редкими, чтобы еще просто так падать. Для меня сейчас каждый кристалл на вес золота. Музон закачал. Чем глубже я спускаюсь, тем их здесь больше даже становится. Так, включаем. Чтобы никакой случайной ловушки не подойти и не подохнуть. Что у нас здесь? Здесь пусто. А это уже какая-то пустая локация. Видимо, я всех еще там перебил. Ух ты! Подожди, а что у меня с игрой стало? Мне показалось или она... Не, мне показалось просто. Опа. Действительно, это вот ловушка. Мне бы костер найти, я боюсь, мне еды даже не хватит на все про все. Я еще и в бок могу уйти. Не, ну мне туда пока не надо. А там, кстати, подождите, еще где-то был проход какой-то в этом месте. И воды, кстати, здесь нет. Где-то здесь еще проход есть. В пещеру или еще куда-то. И как здесь проходить? Может, сверху? Не, подожди, отсюда я пришел. А где он тогда? А, вон он. Че я туплю-то? Я его сразу мог увидеть. Но у меня... Опять нету чего-то, чтобы можно было открыть эту дверь. А, не, вот здесь просто веревка была. Как было сложно, а, догадаться-то. О!
Не зря я сюда пришел. А что это такое? Просто ключ от этажа? А я еще хотел проглядеть это. Городской ключ? Нет, уже что-то... Или вы хотите сказать, что я иду прямо в город к ним? Ух, мне не нравится эта идея. Че, мне придется целое поселение этих аборигенов? Или кто это даже, такие монстры? Голумы. Целое поселение их вырезать? Я, конечно, это могу, но... Возможно, и персонаж мой это не переживет. Стой, змея. Мне сейчас нужна еда, как никогда. Мне бы еще и водичка не помешала, но... Будем брать то, что дают. А вот и... Желудок меня подводить начал, кушать захотел. Все, здесь тупик, нет. Здесь развилка. Куда пойдем? Опа. Это что такое? Вода! Вот это я хорошо, что заметил, а то уже переживать даже начал насчет этого. Кстати, опять эти доски. Ну ничего, я с вами уже потихонечку научился сражаться. Я, походу, еще в какую-то какашку наступил. Самое главное, чтобы их по несколько таких не вылазило. А то проблем не оберешься. Это что такое? Неужели этот как раз и есть этот город? Нет, ты подожди, я пока сюда идти не хочу. Я пока сюда идти не хочу. Я еще здесь побегаю, ладно? Может быть, я здесь какой-то секретик еще найду. Ты подожди меня, все самое пекло пускать. Да, я вижу, что ты есть хочешь. Еды у меня как? Еды у меня навалом. Самое главное, чтобы еще и приготовить. ХПшки у меня потихонечку восстанавливаются. Опа. Кстати, сколько у меня их? 22 уже осталось. 22. Так, все, выключаем. Он меня ударил? Да, походу. Ты куда убежал-то? Он, наверное, там где-то лечится. Жрет что-то. Грибы какие-нибудь или еще... Где ты там? Он здесь сдох? Он убежал сюда, чтобы подохнуть? Как я этому рад. Ты подожди, там какие-то интересные вещи лежат. Вот это выбросить. Что мне еще тут часто попадается? Шкура, не знаю. Вот это давай выбросим. Порох и бомбочка. Ты хорошо, что я сюда заглянул. Можно и поесть приготовить, только не здесь. Давай. Ты подожди, я сейчас все исправлю, я вернусь сюда и сделаю здесь чекпоинт. У меня там лежит парочку в загашнике. Хорошо, что я их себе отложил. Я даже и представить не мог, что они мне так сильно понадобятся. Ну, у меня сейчас дух перехватило, когда я уже разжег костер. И смотрю, у меня их меньше 25. Что это такое? И зачем это надо? Ну, неплохо так эта берлога потихонечку улучшается. Надо бы, кстати, поесть сразу. П-
приготовить здесь можно еще. Оружие я так себе никакое не нашел с броней. Теперь можно сюда даже два с этой брони класть. Неплохо. Где у меня тут хранилище? Ты подожди. Я хочу взять. Ты подожди. Ты подожди. А, о, все. Я себе 40 возьму. Этого будет достаточно. Вот так вот. Фух. Я думал уже. Я их даже оттуда не достану. И на фонарь не смогу даже свой использовать. Блин, игрушка, как ты меня пугаешь сейчас? Такие вещи страшные происходят. Я бы не отказался от какого-нибудь двухручного оружия. Слишком сильно я привык с ними ходить. Так, что еще? Мясо, конечно же. Конечно же, мясо. Сделать. И еще один отвар. Синие грибы, зеленые грибы. Картошка, гриб, гриб. Что получится? Фигня какая-то получается. И зачем я это сделал? Ну ладно, пусть будет. Поставлю себе вот сюда. И, кстати, у меня факела не стоят. Пусть здесь буду. А, не-не-не-не, ты подожди, мне пластырь нужен. Мне факел не так сильно нужен, как пластырь. Мне, кстати, их выложить надо. Слишком у меня их много. Надо все повыкидывать здесь это. Ты смотри, сколько у меня всего. 8 факелов выложить. Бомбочка пусть останется, так уж и быть. Надо ее поместить, кстати, будет сейчас на отдельный слот. Изанка дров, не знаю, это что такое. Фосфор. Кстати, если я возьму вот это сейчас, могу я с этим как-нибудь что-нибудь сделать? Тебя положить. А я не могу не Х8, а определенное количество только перекинуть по одному? Нет. Сразу целый слот только выкидывается. Ладно, я, может, пожалею, возьму с собой 3. А, нет, о, можно. 4 штуки, мне, я думаю, ладно, 5 за глаза хватит, это точно. Еще 6 здесь останется. Стрел, зачем мне такое количество стрел? Выложить их. Жалко, что больше ничего перекинуть нельзя. Что это такое? Fire. Ну, неплохо пусть будет. Так, подожди, я еще хочу себе на низ не поставить. Сверху тоже. Только так, что ли? А что это у меня такое маленькое количество слотов, которые я могу забиндить для себя? И никак не поменять. Только 2 слота у меня есть. Это бинты, но они мне нужны обязательно. И зелье, усиление. Все. Больше ничего нету? Ну ладно. Ну а на этом можно закончить. В следующей серии уже тогда пойду бегать дальше, там нас ждет город. Немножко еще вот этой локации, 6-й. Я вряд ли там долго по ней бегать буду. И я думаю, там будет жопа. Надеюсь, мы переживем. А сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр, пока.